Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Blackview представила новый долгоиграющий смартфон P6000. В нем установлен аккумулятор емкостью на 6180 мАч, и при этом толщина корпуса составляет всего 9,8 мм, что является рекордным показателем. Производитель обещает до 40 дней работы в режиме ожидания или 45 часов беспрерывных разговоров по телефону. Также аппарат поддерживает быструю зарядку и умеет узнавать владельца по физиономии. До 4 января на смартфон открыт предзаказ по специальной цене. В Blackview P6000 установлен 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и классическим соотношением сторон 16 к 9. За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Helio P25 с максимальной тактовой частотой 2,66 ГГц и 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного накопителя равен 64 ГБ с возможностью расширения. Основная камера в аппарате двойная и обладает разрешением 21 Мп для детализированных снимков. Фронтальная камера на 8 мегапикселей поддерживает функцию распознания лица для быстрой разблокировки без ввода пароля. Также в смартфоне есть сканер отпечатка пальца, с помощью которого можно ограничить доступ к приложениям и файлам. Гаджет поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 12 вольт 2 ампера. На полную зарядку от 0 до 100% уходит всего 108 минут. Blackview P6000 используется 2 чипа для решения проблемы перегрева при зарядке и повышения безопасности. Работает новинка под управлением Android 7.1 Nougat.